Большинство инвестиционных проектов в Свердловской области направлены на улучшение жизни уральцев. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев. К числу наиболее перспективных из них глава региона отнес выставку «Иннопром», празднование 300-летия Екатеринбурга и Всемирные студенческие игры. В регионе формируется новая инфраструктура, создаются новые объекты – спортивные, культурные, конгрессные площадки, строятся и ремонтируются дороги, модернизируется система ЖКХ и так далее. Все это после проведения универсиады остается в наследство жителям Свердловской области и будет работать на них и для них. Так, деревня Универсиады после ее проведения станет новым кампусом для студентов Уральского федерального университета. В Первоуральске ко Всемирным студенческим играм реконструируют дворец водных видов спорта. Другой масштабный инвестпроект – выставка «Иннопром» только в прошлом году принесла уральским предприятиям более 500 миллиардов рублей. Сейчас в Свердловской области реализуются 75 крупных инвестиционных проектов. Это строительство новых предприятий, логистических центров жилья, разработка месторождений полезных ископаемых, прокладка и модернизация дорог. В их реализацию государственные и частные инвесторы планируют вложить более 1 триллиона рублей. Также губернатор отметил, что в этом году особое внимание будет уделено оснащению больниц региона современной медтехникой. На эти цели уже направлено более 17 миллиардов рублей.